Всем привет! Сегодня мы хотим провести социальный эксперимент и узнать, насколько отзывчивые люди живут в нашем городе. Мы будем менять спущенное колесо на машине, но при этом у Сергея будет перевязанная рука. А Зулайка будет делать вид, что не знает разницы между домкратом и насосом. Ну вот, я вытащила, смотри, вот эту штуку, пытаюсь его снять, он не снимается. Вот, он стоит, я его вынесла. А куда его надо потом ставить? Дальше, в угол. Нет, а что дальше делать-то? Попробовать? Да, подержать просто. Я его не могу в этот попасть, в пазы. Оно спускает, мне кажется. Можете посмотреть, правда ли это? Это убрать, наверное, да? Нормально? Давай обратно, я помогу. А? Да, я помогу. А он грязный, но... С этой штукой что-то нужно делать. Я не знаю, что нужно делать. Спускает, колесо хочу поменять. Оно грязное? А, нет, все. Оно спускает, мне сказали, чтобы я поменяла. Сейчас вот это снять, поставить или что? Да. А, спасибо. Только грязная она, ей надо как-то... Давайте где-нибудь подержу. Давай, давай. Надо вообще вот сюда попасть на самом деле. Чтобы... Вот этот можно поднять сюда? Ну, да, в смысле, поднять-то я могу. Вот так. Да, она. Вот, но она падает. То есть его надо, чтобы она встала. И крутить. А... Нужно опуститься? Да, она должна вот это опускать, а это... Наоборот? Да. А, ребят, спасибо, что помогли. На самом деле это социальный эксперимент. Вон там камера стоит. Там стоит камера. А, серьезно? Спасибо большое, что помогли. Мы просто хотели узнать. Спасибо, что обратили внимание и помогли. Большое вам спасибо. Вы первая девушка, кто мне помог. Каждому из нас было отведено по часу времени. За час ко мне подошли 10 человек. И хотелось бы отметить сотрудника милиции, который помог добрым советом, объяснил и подсказал, как мне вытащить домкрат. Правда, подойти и помочь, возможно, у него не было времени или не было желания. Также хотелось бы отметить молодых людей, которые проходили мимо со словами: «Однажды я тоже так же сломался, и мне никто не помог». И при этом они прошли мимо. А у меня было 9 человек, которые ко мне подошли, но самое поразительное было то, что девушка, которая ничего не понимает в смене колеса и не может отличить домкрат от насоса, искренне хотела мне помочь. Это действительно было очень поразительно. В действительности же было очень много людей, которые обращали на нас внимание и оборачивались, но при этом проходили мимо. Но мир не без добрых людей. Пока. Пока. Здравствуйте, сегодня мы снимаем социальный эксперимент. Очень холодно. Помоги мне, помоги. Помогите, ради бога.